Участники автопробега, организованного в честь десятилетия диалогов о рыбалке, посетили Москву. Автопробег стартовал в Тольятти 3 августа. Там же два экипажа и финишируют 19 августа. Маршрут, протяженность которого более 4000 километров, проложили по территории России и Финляндии. Во время этого пробега планируются не только остановки на рыбалку, но и преодоление бродов, препятствий и бездорожья. В течение всего времени будут проходить съемки программы «Диалоги о рыбалке».